Так, оцениваю правила. Правила, значит, правила чата пятерки, относящиеся к Твичу пятерка. Нарушение правил Твича. Пермач. По факту. Ну, а что тут? Алиса, музыка из видеоигр. Поняла. Вы не нравитесь стримеру или модератору? Бан. Ну, по факту тоже. Пишите количество людей на стриме. Мут. За слово онлайн бан. А мут это насколько? Ну да, не, ну вообще тоже по факту. Через Excel таблица там с помощью математики показывается, как настроить. А, все, я понял, хорошо. Вы тупой, бан. Блять, хорошее правило тоже. Пасты эротического характера, бан. Например, пенис, писька, источек, тире и так далее. Я против этого правила. Ну почему? Почему нельзя письку сделать? 8 равно равно Э. Вот почему нельзя? Или это меня за это могут забанить? Сиська, писька. Спойлеры, бан. По факту, и я тут напиши, спойлеры даже неправдивые. Потому что как нахуй, как я должен знать, или как модератор должен знать, правдивый или это спойлер, блядь. Просто любой, даже тупой спойлер, типа, ебать, сейчас Человек-паук через 5 минут умрет, блядь. Бан нахуй. Вот, если чел пишет спойлер тире, блядь, бан. А, вот, все, я прошу прощения, это надо уметь. Если про огромные пасты, то это да, наверное, банчик. Хотя иногда они смешные. Спойлеры даже неправдивые, бан на усмотрение модератора в зависимости от происходящего. Ладно, хорош. Пиар своих каналов, стримов, бан. Бля, по факту. Никнейм, связанный с популярной личностью, бан до смены никнейма. Да, блядь, слушай, ну как это... Не знаю. Есть примеры какие-то? Потому что у фанатов Славнефти всегда в конце нефть. Они пишут. Наоборот, вроде прикольно. Хуй пойми. Так, просите посмотреть что-то, а Кирилл уже видел или уже говорил мут от 10 минут. Например, Криосана, Мистера Биста, Снапшот. По факту. Все просто по факту. Мне кажется, не от 10 минут. Я бы сделал все вот. Два варианта. Нет, давайте несколько вариантов. Первый мут на несколько секунд, может быть на минуту, чтобы чел просто понял, что он долбоебик и как бы и все. Потом следующая стадия это полчаса. Следующая стадия это отдохни часик. Следующая отдохни, блядь, до завтра, братанчик. Если вообще прям пиздец, ну отдохни тогда на недельки две. Или, блядь, что я нажал, сука, я сломал. Так, ладно, пишите одно и то же по КД, мут на 10 минут или на усмотрение модератора. Блять, по факту, но иногда вы не видите модеры. Иногда, блядь, там челы меня так заебывают. Это, конечно, пиздец, блядь. Чел прям пишет весь стрим, нахуй. Но это сумасшедшие люди. Я не могу поверить, что человеку очень важно какой-то вопрос задать настолько, что он 2 часа просто будет по КД каждую минуту мне писать. Так, стрелочки на Кирилла равно удаление сообщений или мут на 10 минут. Ну, а я так полагаю, вот, да? Ну, вообще, я изобрел стрелочки. Ну, серьезно, я изобрел то есть стрелочки. Я их продвинул в массы. И, ну, наверное, уже да. Уже да. Это факт, реально. Я был первый, кто писал стрелочки. Я могу даже вам рассказать, когда я их изобрел и как я это расфорсил. Я гений. Так, ну, короче, наверное, нормально. Иногда может быть смешно. Призыв к спаму флуду. Ну да, типа плюс в чат, если ты там. Да, все окей. Пишите свое время. Ебать, на 10 минут всего лишь? На сутки, бля, я серьезно. Мне похуй у кого сколько времени. На сутки, бан. На сутки, блядь. Пишите слово, что скучно. Мут 1-2 недели. Ну, наверное, за 1-2 недели, может быть, человек повзрослеет. Да, нормально. Политота в чате, удаление сообщения, мут, бан на усмотрение модератора. Да, ну ладно, наверное. Го что-то смотреть, го где-то играть. 10 минут. Ну, наверное, в первый раз... Да, блядь, на самом деле, иногда с первого раза. Потому что... Давай так, если во что-то... Во что теоретически я... А, бля, упал стрим. Возвращаемся. Если во что-то, во что я теоретически мог бы поиграть... Это окей, но когда чел пишет какую-то просто хуйню, лишь бы ее высрать, это мут на неделю. Я прям бы на неделю давал.
Вот. А, наверное, да. И вопрос не только GovTF2. Мне кажется, сюда еще надо написать, когда TF2, блядь. Или когда еще какая-то хуйня. Сразу. Сегодня вот чел, блядь, в начале стрима полчаса писал, когда рассмеши стримера, когда рассмеши стримера. Я организовывал это. Ой, точнее, я обещал, что я организую это, нахуй. Или что, блядь? С каких пор, блядь? И что, я обещал? Или что, нахуй? Когда рассмеши стримера? Когда рассмеши стримера? Я читаю, рассказываю истории, блядь, про пакет потерянный, блядь, про эти сережки. Челу похуй, блядь. Когда рассмеши стримера, нахуй? Блядь, чё, блядь? Ну, это, короче, бан, нахуй, тотальный. А, пятерка больше двух раз в сообщении по факту, да? Да, там, когда повторяется. Но даже когда один раз, нормально. Уже банчик. Плюс 10, 10 плюс смайликов, ну, окей. Специально нарушаете правила. Что такое muted 10? Специально нарушает правила, если человек специально нарушает. Блять, от 2 недель. Отдых от 2 недель от стрима. Когда я, например, говорю, ребята, не пишите свое время, долбоебы. Типа, нахуй вы вам писать свое время, типа, у вас его никто не спрашивал. Days. Days. Все, блять. Не, Сашу, которого А, надо было еще больше, потому что нахуй 25 часов. Как у него 25 часов, блять? Ну, это банно. Так, английская раскладка слов, неправильное написание смайла, удаление сообщения. Ну, если это просто удаление, окей. Держите в курсе удаления сообщения. Важная инфа у меня встал. Я пошел писать. Да, это по факту. Или еще, пожалуйста, напиши третье. Ну, просто реально, чтобы настроение не портить. Обычно, блядь, иногда бывает, блядь, третий вариант. Просто собачка пятерка, у меня умерла бабушка. Пожалуйста, блядь, я просто, ну, это прям ломает. Я в потоке, я в моменте, блядь, ха-ха-ха, смешно. Чел, блядь, собачка пятерка, у меня умерла бабушка. У меня все, нахуй, мир рушится, блядь. Вот. И то, и, блядь, правда, неправда то, что у него бабушка умерла, короче. Блять, вот это тоже бан. Конец. Это популярные правила, за которые вас могут замутить, забанить или удалить сообщение. Прикольно. Люблю Google формы. Блять, про все теперь про меня есть Google форма. Для аукционов. Игры для аукционов. Фильмы и сериалы для аукционов. Я что-то здесь должен одобрить или что? Или типа то, что я теоретически бы хотел бы рассмотреть. Хочет посмотреть, не против посмотреть. Не хочет смотреть, но донатить-то можно. Хочет пересмотреть от зрителей. Сейчас я скажу тебе. 5 ночей с Фредки. Это бан нахуй. А... Сейчас. Не, все по факту. Все по факту. Блядь, ты чел, ты за мной следишь вообще, блядь. Я по приколу просто установил. Можно ли на Twitch? Нихуя, тут даже такие есть форматы. Бля, нихуя. Блядь, Шазам, Ярость Богов. Так я его смотрел, блядь. Так, а это что такое? Статистика аукцион. А, ну это уже все. Так, и что ты мне предлагаешь? Нихуя себе. Что ты мне предлагаешь? Вернуть Сашеньке модерку? В смысле? Алло, плохо слышно. Алло. 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 Все, подписчики, я вас отправляю к своему другу. Он, кстати, мне в личном разговоре сказал то, что ему очень не нравится, когда его называют ZVL. Ну, просто так я вам скажу. Это такая информация, да? Вот. И он это ненавидит. Он очень не любит это.